Dexnet. Интернет-революция для всех. Привет, друзья! С самого начала хочу вам продемонстрировать сравнение двух устройств. Это iPhone 15 Pro Max, который скоро появится в продаже, а это Dexnode, которая также скоро появится у многих. Весят они почти одинаково, и по стоимости тоже почти совпадают. Даже потребление энергии одинаковое, всего 20 Вт. Но в основном разница между ними колоссальная. iPhone позволяет вам совершать звонки от определенного оператора, а Dexnode создает сеть, благодаря которой вы можете совершать звонки с любого оператора в любом уголке мира, не меняя сим-карту, и выходить в интернет на бешеных скоростях до 1 гигабита в секунду. iPhone использует интернет старого поколения Web 2.0, который прослушивается, блокируется и никак не защищен. А Dexnode наоборот, она создает первый децентрализованный интернет нового поколения Web 4.0, который невозможно ограничить, заблокировать и регулировать. Согласитесь, это мечта любого человека, для которого важны независимость, приватность, стабильность и скорость. И самое главное, друзья, iPhone каждый день забирает у вас деньги на абонентскую плату и в пассивном режиме никакого дохода не дает. А Dexnode сегодня достаточно положить на подоконник и подключить к сети питания и к домашнему интернету, чтобы каждый день получать очень весомый доход, который может составлять от 1000 до нескольких десятков тысяч долларов в месяц. За то, что ваша Dexnode тихо и незаметно выполняет свою работу по обслуживанию международной сети Dexnet. Если вы искали нечто уникальное, простое, мегаприбыльное и стабильное на много лет вперед, то считайте, что уже нашли. Вот прямо сейчас отложите все важные дела и досмотрите до конца это видео, по окончании которого вы поймете, что находитесь в самом лучшем времени, которое больше никогда не повторится. Потому что именно сейчас вы можете создать сценарий вашего колоссального финансового успеха на уже 2024 год. Эти несколько минут информации потенциально стоят миллионы долларов на вашем кошельке. И чтобы их не упустить, смотрите все внимательно. Для чего нужна эта волшебная Dexnode и как она вообще работает? Каким образом и в каком количестве будете получать свой ежедневный доход на протяжении нескольких лет? Какие новые сервисы и возможности вы получите помимо денег? И главный вопрос – насколько все это серьезно и глобально? Кто за этим стоит? Какая вероятность получения миллиона долларов прибыли в течение 2 лет, имея только одну Dexnode? Все мои ответы на эти вопросы вас приятно шокируют. И я уверен, поднимут уровень дофамина, гормона счастья и удовольствия. Потому что вы узнаете все. Меня зовут Александр Радошевич. В этом видео я не буду вам ничего продавать и в чем-то убеждать. Я просто приоткрою вам дверь в пространство возможностей, предоставив некоторую инсайдерскую информацию, о которой знает лишь 0,01% людей на Земле. Среди них продвинутые лидеры компаний, технари и просто хорошие люди, рабочие и домохозяйки. Да, здесь не потребуется специальных знаний. Достаточно услышать и принять всю информацию из этого видео, чтобы оценить масштаб и разрешить себе финансовый взлет. А сейчас и вы также в числе первых узнаете о новейшей инновационной технологии Dexnet, которая создает для всего человечества новый, независимый, безопасный и по-настоящему децентрализованный интернет Web 4.0, на базе которого будет созданы множество сервисов и услуг, о которых мечтал почти каждый. Уже скоро эта технология придет в каждый дом. Но только пионеры, то есть те, кто стоял у истоков создания этой платформы, независимо от их статуса и знаний, будут получать на пассиве регулярные финансовые вознаграждения, исчисляемые сотнями тысяч долларов, доходя до миллиона долларов. По масштабу и гениальности эта технология сопоставима с появлением первого персонального компьютера от IBM или iPhone от Apple. Поэтому амбициозные, авторитетные и весьма богатые люди сразу проявили заинтересованность в непосредственном участии и патронаже в этом проекте. Среди них Илон Маск, надеюсь, представлять его не надо, все знают. Наследный принц Арабских Эмиратов Машид Рашид Аль Муала, криптобиржа Binance, а также крупный брокерский инвестиционный фонд Profix One и другие солидные финансовые учреждения. Все это говорит о том, что эти мировые лидеры, которые уже финансово состоялись, имеющие безупречную репутацию и обладающие стратегическим видением на годы вперед, практически сразу увидели в этом перспективу на триллионы долларов и взяли эту возможность в свои руки. Поэтому нам, так сказать, простым людям, которым свойственно всего бояться, не доверять всему новому,
сравнивать все с пирамидами, с лохотронами. Проще всего посмотреть, кто за этим стоит, какие влиятельные люди это продвигают, а далее самим разобраться во всех деталях и принять наконец решение получить со всего этого свой первый миллион долларов, находясь на том самом гребне волны удачи, которая прямо сейчас самых первых и быстрых поднимает вверх. И вас тоже. Я думаю, вы будете согласны на этот взлет. И находясь на той самой волне, которая появляется в жизни крайне редко, давайте быстро и не вдаваясь в технические подробности, разберемся, для чего нужна эта технология. Что такое DexNode? Какие новые сервисы и возможности для нас откроются? И, конечно, самое важное, как и за счет чего каждый владелец DexNode будет получать ежедневные вознаграждения в течение многих лет. Начнем с того, что любой рост, улучшение или прогресс рождается из какой-то проблемы или кризиса. Вот и сейчас, если оглянуться по сторонам, заглянуть в раствилку новостей или посмотреть телевизионные новости, то станет очевидным тот факт, что если вы как-то связаны с деньгами, бизнесом или работой в интернет, то ваше спокойное будущее не гарантировано. А если быть точнее, под реальной угрозой. Смотрите, бизнес отнимают, деньги с карт воруют, интернет отключают, а доступ к сайтам блокируют. Вот прямо сейчас, когда я записываю это видео, у меня заблокирован интернет и Telegram в связи с событиями в Дагестане. Личные данные в сеть сливают, сервера блокируют или изымают, а социальные сети управляют нашей психикой. По конституции мы имеем право на тайну переписки. Но в реальности любая переписка в мессенджерах и телефонный разговор всегда остаются доступным третьим лицам и в нужный момент могут использоваться против вас. Даже если вы удалили какую-то нежелательную запись из вашего аккаунта, то на сервере она так и остается навсегда. И кому очень надо, из спецслужб, могут прочитать удаленный пост или прослушать ваш телефонный разговор. Вспомните скандал с Ангелой Меркель, когда ЦРУ записывала все ее приватные переговоры. И как вишенка на торт, повсеместно вводят цифровые государственные деньги, которые заменят те, что есть сейчас, для того, чтобы установить тотальный финансовый контроль над населением, установив систему рейтинга личности. Другими словами, близится цифровое рабство. Но есть и хорошая новость. Уже совсем скоро вся эта жуть многих из нас не будет беспокоить. И уже существует конкретное решение для устранения всех перечисленных проблем. Сейчас мир начинает делиться на две части. В одной будут находиться те, кто живет, работает и думает по старинке, не утруждая себя анализом новых возможностей и привлекая на себя все те проблемы, о которых я говорил ранее. В другой части будут те, для кого такие слова, как свобода, приватность, независимость, защита данных, финансовая независимость будут звучать не в форме желания, а как основа и норма их новой жизни. И тем самым мостом из одной части в другую послужила технология глобального, децентрализованного и безопасного DEX-интернета нового поколения Web 4.0 с низкоорбитальной спутниковой сетью Swarm от SpaceX. Эта технология родилась в голове талантливого специалиста Алексея Кидо, когда 5 лет назад, работая с командой айтишников над своим большим проектом метавселенной, в офис ворвались сотрудники определенных органов и изъяли все сервера на предмет проверки деятельности. Конечно, цель была не в проверке, а банально вымогательстве денег. Работа была остановлена. Вот тогда и пришла Алексею гениальная идея – не хранить, так сказать, все яйца в одном месте, то есть разделить один мощный сервер на сотни мини-серверов и разнести их в разные концы города, в простые квартиры. Все эти мини-сервера будут связаны одной собственной сетью по радиочастоте. Эта идея себя оправдала. При следующем визите рейдеров вымогатели были озадачены и опечалены отсутствием чего-либо, что предоставляло для них ценность. На базе этого успешного опыта была разработана технология уже планетарного масштаба шифрования, передачи и хранения любой информации, используя миллионы и миллиарды микросерверов, так называемых DexNode, которые будут находиться почти в каждом доме на всех континентах, создавая тем самым новый абсолютно независимый интернет, для которого уже не дотянутся всякие надзорные и запрещающие органы, которые ограничивают нашу жизнь и вынуждают включать VPN. Вы скажете, что это слишком смело и нереально? Возможно, еще год назад такие утверждения были бы уместны, когда шли испытания и тестирования. Но сегодня, когда все тестирования закончены, на отлично, компания переходит к массовому производству и продаже DexNode
разные страны. Давайте быстро посмотрим, как это будет работать уже совсем скоро, в конце 2023 года, по всему миру. В домах обычных жителей, у которых на подоконнике будет находиться маленькое устройство размером с ладонь. Никаких знаний и навыков не потребуется, чтобы подключить его к сети питания и к сети интернет. Вот и все, что требуется от человека. Dexnode уже сама настроится, подключится по всем каналам связи и начнет неслышно работать, потребляя всего 20 Вт. Столько же сока берет iPhone во время зарядки. Для многих будет интересно технические данные. Скажу, в Dexnode 2 ТБ SSD памяти для хранения шифрованных данных и 4 канала связи. Первый – через спутники Swarm, которыми владеет Илон Маск. Второй – через GSM-связь с любым сотовым оператором. Третий – через свой собственный Dex One, канал на частоте 433 МГц. И четвертый канал связи – через публичный интернет 2.0. И эти каналы связи нужны, чтобы нода всегда оставалась доступной для сети Dexnet, выполняя свою работу, за которую вы, как владелец ноды, будете получать ежедневные вознаграждения в виде токенов, которые стабильно и быстро будут расти в цене. Почему быстро и стабильно, я скажу чуть позже. При этом владельцу Dexnode надо лишь позаботиться, чтобы устройство было подключено к питанию и к домашнему интернету. Как видите, знаний и усилий тут не потребуется. Так чем же занимается на нашем подоконнике эта Dexnode, помимо функции печатного денежного станка? Я постарался максимально просто и наглядно показать саму идею для всех, без технических подробностей. И будет здорово, если об этом вкратце расскажет сам создатель этой технологии и глава компании Dexnet Technology Алексей Кидо. Представьте, что есть устройство, физическое устройство. Это маленький-маленький сервер, условно так его назовем. Этих серверов много. Они расположены в домах, квартирах разных людей в разных странах по всему земному шарику. Причем все эти мини-сервера, они друг с другом объединены. Каждый из этих серверов знает, как подключиться к абсолютно всем остальным другим серверам. Вот такая вот перепутанная друг с другом сеть, где каждое устройство друг с другом перелинковано. И нет единого центрального сервера, который эти все устройства объединяет. Каждое устройство объединяется с другим полностью автономно. И теперь, когда я хочу выложить какой-то файл в это облако, то происходит примерно следующее. Этот файл на моем смартфоне или компьютере шифруется в контейнер. Этот контейнер, зашифрованный, разбивается на фрагменты. Каждый фрагмент копируется 5 раз и по одному фрагментику разносятся на вот эти вот физические устройства, которые находятся в частной собственности разных людей в разной юрисдикции. На эти устройства попали эти файлики. Владелец этого устройства, даже если его разберет, вскроет, подключится программно, он не увидит, что на нем хранится, потому что там будет всего лишь фрагмент шифрованного контейнера. Это кусок кода, набор единиц и нулей, который ну, никак ни с чем не ассоциируешь и никак не соберешь. Моя старшая дочь задала вопрос, ей 11 лет, говорит, папа, что это вот за технология, которую вы сделали? Она просто видит, что я в постоянных созвонах то с IT-компаниями, которые рассматривают варианты развернуть на нашей платформе свои сервисы, то с музыкальными лейблами, то еще с кем-то и так далее. Сумев объяснить 11-летнему ребенку, вот таким вот алгоритмом и нужно объяснять всем. Как я ей объяснил, как это происходит? Представь, что у тебя есть фотография, и ты хочешь эту фотографию выложить в облако. Перед тем, как ты ее выкладываешь в облако, она разрисовывается как пазл, ну то есть разрезается на пазлики, на кусочки. Каждый этот пазл копируется 5 раз, и на эти устройства, на эти коробочки залетает по одному пазлу. И даже если кто-то откроет эту коробочку, он увидит там всего лишь пазлик, но он не сможет собрать целостную картинку. Для этого нужен доступ к остальным пазликам. Если я хочу назад собрать эту фотографию, что происходит? Я со своего смартфона нажимаю «Скачать эту фотографию». Собирается эта фотография из всех этих пазликов, причем скачивание происходит одновременно со всех 5 копий, что ускоряет в 5 раз скачивание, делает его гораздо быстрее. Скачиваются все эти пазлики и обратно собираются в картинку, и мне снова доступна моя фотография. Это простой пример с фотографией. Это может быть не только фотография, это PDF-файлы, MP3, музыка, абсолютно любой контент, который может распределяться. Вполне возможно, что с первого раза вы еще не совсем осознали всю значимость и революционность этой технологии. Но как только эта информация просочилась в профессиональные круги, то сразу пошли запросы от крупных компаний и даже правительства некоторых стран, для которых Dexnet является крайне необходимым, так как он решает множество критических проблем, которые невозможно было устранить за последние 30 лет на старом интернете Web 2.0. Можете сделать паузу и ознакомиться подробно, в чем разница между Web 2.0 и Web 4.0. И вполне логично, что самой первой страной, которая не только заинтересовалась, но и взяла под свой патронат, стала Арабские Эмираты.
На правительственном уровне при непосредственном участии наследного принца эмирата Аль-Квейн шейха Машид Рашид Аль-Муала оказывается материальная и финансовая поддержка. Шейх специализируется на самых передовых IT и блокчейн технологиях и прекрасно понимая, что эта технология в перспективе будет оцениваться в триллионы долларов, настоял, чтобы весь производственный цикл и офис находились в непосредственной близости к его офису, этажом ниже, в королевском небоскребе Конрад, где на верхних этажах базируется королевская семья шейхов, управляющая Арабскими Эмиратами. Имя шейха вписано в лицензию Dexnet, и сама компания Dexnet Technology зарегистрирована в Арабских Эмиратах. Это можно проверить на правительственном сайте, введя название компании. Такое пристальное внимание со стороны самых богатых и влиятельных лиц говорит о безупречной репутации самого проекта, так как на кону стоит самое дорогое и самое ценное для любого шейха – это авторитет и репутация. 15 декабря 2023 года состоялось официальное мировое открытие компании Dexnet Technology. На открытии присутствовали ведущие лидеры блокчейн-индустрии, правительства Арабских Эмиратов, представители большого бизнеса из разных стран, а также корреспонденты мировых информационных агентств. Шейх Рашид Машид Аль-Муала на этом открытии еще больше поднял и укрепил свой авторитет и репутацию как дальновидный и успешный стратег в мировой блокчейн-индустрии. И 29 февраля этого года в Дубае состоится Международный индустриальный форум застройщиков, где будет представлен проект сдачи домов с уже интегрированными в каждую квартиру во всем доме собственной Dexnode. После этого форума уже скоро для нас станет нормой покупка новой квартиры вместе с Dexnode, дающей качественно новый интернет-веб 4.0. А это уже амбициозная заявка на мировую экспансию с оборотом в триллионы долларов. И даже у меня появляются мурашки на киберкоже от осознания, что мы находимся на заре грандиозного восхода сверхновой звезды следующего поколения. И тут мы переходим к главному вопросу. Почему Dexnet имеет потенциал в триллионы долларов? И как это на нас влияет? Какими уникальными сервисами мы можем пользоваться, помимо того, что будем иметь постоянный финансовый доход? Начнем с первого. По значимости сервиса. DexCloud. Это децентрализованное облачное хранилище любых ваших файлов и информации. Это похоже на Яндекс.Диск или Google Диск. Только в DexCloud все данные хранятся в зашифрованном виде и доступ к ним есть только у вас через специальный ключ. Каждый владелец Dexnode уже получает в подарок 20 гигабайт облачного хранилища, которое может сохранять любые файлы, которые требуют исключительной приватности и сохранности. Например, пароли, ключи от кошельков или банковских ячеек, бухгалтерию и другую очень важную информацию. Именно этот сервис с нетерпением ждут банковские организации, брокерские конторы, биржи, правительственные органы и спецслужбы. О DexMobile я скажу отдельно, чуть позже. DexWallet – это платежная система с привязанной к ней виза-картой. То есть в любых местах вы можете расплачиваться криптовалютой, в том числе токенами Dexnet. Эта карта при каждой покупке будет постоянно конвертировать криптовалюту в фиатные деньги, которые принимаются к оплате в данной стране. Уже закончена интеграция с банком, который будет эмитентом таких карт для каждого партнера Dexnet. Следующий сервис – это Dex Blockchain. Уже в следующем 2024 году развернется свой собственный блокчейн, и тысячи сервисов и проектов захотят построить свою деятельность исключительно на безопасном и защищенном Dex блокчейне, так как это базовая потребность всех серьезных проектов и компаний. С появлением Dex блокчейна токен Dexnet превратится в настоящую монету и составит серьезную конкуренцию популярным криптовалютам из первой десятки CoinMarketCap. Dex Messenger – это первый в мире сервис, в котором вся ваша переписка и общение будут доступны только вам и вашим собеседникам. Никто, даже создатели этого мессенджера, не смогут получить доступ к вашему приватному общению, потому что нет того центрального сервера, где все это должно храниться. Dex Messenger невозможно контролировать и заблокировать, как это случалось с Telegram. Далее появятся такие сервисы, как Dex Game, Dex Metaverse, это метавселенная на базе нового блокчейна, и еще десятки тысяч сторонних сервисов на платформе Dexnet.
И, конечно же, огромным спросом будет пользоваться сервис DEX Mobile. Это скоростной и устойчивый интернет в любой стране мира. У вас, к примеру, в телефоне две сим-карты, и вам достаточно просто отсканировать QR-код, и у вас появится третий вид связи через eSIM. Это просто мечта для всех, кому быстрый интернет нужен всегда и везде. Эту связь уже протестировали более чем в 20 странах. Вся фишка состоит в том, что эта eSIM-ка работает на всех континентах и автоматически подключается к 124 мобильным операторам. При этом, если вы находитесь в движении и рядом с вами не наблюдается вышки вашего оператора, то ваши обычные симки показывают нулевой сигнал. А вот eSIM DEX Mobile находит любую вышку любого оператора с самым сильным сигналом и подключается к ней, предоставляя вам устойчивый, защищенный и децентрализованный интернет на максимальной скорости. Представьте, вы летите на самолете, и уже на высоте 2000 метров вы можете созвониться через мессенджер или выйти в интернет, в то время как у других пассажиров телефоны будут молчать еще долго. Скорость данных достигает 1 гигабита в секунду. Для тех, кто любит путешествовать, эта DEX симка будет единственным и универсальным источником связи, в то время как обычные сим-карты надо менять или продлевать. Да, очень важно. В DEX Mobile заложена важнейшая функция, которую оценят бизнесмены, политики, влиятельные люди и президенты. Вся информация, идущая через DEX Mobile, шифруется, распределяется в DEXnet и передается децентрализованно, порциями. Если понятней, то теперь уже абсолютно невозможно перехватить, подслушать и записать телефонные разговоры. Для ЦРУ и шантажистов это будет большая печаль. Как вы уже успели заметить, миссия DEXnet Web 4.0 состоит в том, чтобы сделать сам интернет децентрализованным, безопасным и приватным и обеспечить выплату дохода участникам, поддерживающим его работу. И тут мы плавно переходим к самой вкусной части, к нашим доходам и ответам на вопросы: кто, как, сколько и за что. Кому будет интересна покупка устройства передачи данных DEXnet? В первую очередь тем, кто не хочет вникать в суть и разбираться в принципах работы. Вы просто приобрели ноду, подключили и продолжаете заниматься своими делами или отдыхать. Тем временем нода уже сама тихо выполняет свою сложную работу в тех сервисах, о которых я говорил. А вы за это каждый день получаете на свой кошелек вознаграждение. То есть у вас появляется еще один пассивный источник дохода, размер которого способен обеспечить все ваши потребности на многие годы. Во вторую очередь, покупка ноды интересна всем, кто начинает пользоваться сервисами. Хранилище, связь, мессенджер, кошельки, карты, метавселенные, игры, а также корпорации, банки, биржи, госучреждения и другие клиенты, чтобы их сверхважные и секретные данные принадлежали только им, без возможности взлома и утечки. Кстати, лично для меня уже сразу будет интересен мобильный интернет и криптокошелек с привязанной картой. Третья категория людей – это те, кто хочет присоединиться в команду и заработать миллионы долларов на продвижении технологии. Мы все знаем, что за любым открытием и технологическим чудом стоят люди, которые все это начинали и продвигали. Именно сейчас создается тот самый малый процент людей, с которых начинается новая эра интернета. И занимая активную позицию, они получат самый высокий доход, исчисляемый миллионами долларов. Друзья, сейчас не то время и не то место, когда свойственно пугаться больших цифр и принижать свои амбиции и способности. Это редкий случай, когда деньги сами текут к вам полноводной рекой. Вам надо лишь убрать плотины и заброды в голове, построенные вами на почве страха и недоверия перед чем-то новым. Как можно зарабатывать на продвижении технологий децентрализованного интернета? Для специалистов в IT-индустрии будет возможность разрабатывать приложения и сервисы, которых будет огромное количество. Но 95% людей будет иметь пассивный вариант заработка, просто имея ноду или даже не одну, 2, 3, 5 нод, а некоторые уже купили 10 нод для себя и родственников. Получая таким образом вознаграждение в виде токенов, не обязательно их сразу продавать на бирже. Целесообразнее поставить токены на стейкинг на 3 месяца, на полгода или на год. И уже полученные солидные проценты со стейкинга можно смело тратить на жизнь. А токены останутся нетронутыми и будут дальше вам приносить постоянно возрастающий доход. Ведь токен всегда будет расти в цене и довольно шустро. DEXnode – это полноценный денежный станок на вашем подоконнике, создающий для вас фамильный капитал.
А для того, чтобы денег у вас было еще в разы больше, то можно слегка пошевелиться и просто порекомендовать эти устройства и сервисы своему окружению, получая за это дополнительные вознаграждения от компании Dex Freedom, которая занимается маркетингом и продвижением DexNet в мировом масштабе. Я уверен, что когда вы сейчас увидите объемы ваших потенциальных доходов детально и в цифрах, то у вас появится непреодолимое желание поделиться этой информацией с другими. Поэтому у вас не будет дефицита среди знакомых, желающих получить такую DexNode. А сейчас быстро переходим к ответу на вопрос. Сколько? Имеется в виду, сколько денег вы будете получать и сколько стоит DexNode. Для этого давайте откроем таблицу токеномики DexNet и увидим помесячный график начисления ваших токенов. Каждый месяц формируется новый блок. И слева мы видим номера блоков, которые соответствуют месяцам. В третьем столбце указано количество токенов, которые получает одно устройство за месяц. С каждым следующим месяцем количество распределяемых токенов уменьшается. Как видите, желательно быстрее подключить ноду, чтобы начать получать больше токенов с первого же месяца. Давайте возьмем калькулятор и посчитаем размеры доходов. Нас в первую очередь интересуют первые 3 месяца после того, как ноды включатся и начнут генерацию токенов. За эти 3 месяца мы получим 52 тысячи токенов. Уже через 3 месяца на разных биржах DexNet токен будет стоить в скромном прогнозе более 1 доллара. Но я вам не советую на радостях продавать их все подчистую. В компании есть очень выгодный стейкинг, куда можно вложить эти 50 тысяч монет. В стейкинг пул под солидный процент. Стейкинг чем-то похож на банковский депозит, только вот в банках вам предложат в среднем 10-12% годовых. При этом сама валюта в стоимости не растет, а учитывая инфляцию, даже дешевеет. А в стейкинге и проценты намного вкуснее, и сам токен постоянно растет, увеличивая размер вашего дохода. Смотрите сами, DexNet стейкинг дает 12% годовых прибыли всего за 3 месяца, 24% годовых за полгода, 36% годовых за 12 месяцев, 48% годовых за 24 месяца и целых 60% годовых, если вы отправите токены в стейкинг на 3 года. При этом, что мне очень нравится, выплата процентов происходит через каждые 3 месяца. Не будем долго тянуть и возьмем, к примеру, самый выгодный стейкинг на 36 месяцев под 60% годовых, чтобы уже к концу мая начать получать ту самую прибыль от стейкинга в виде свободных токенов, которые уже можно будет смело продавать на бирже и делать себе праздник жизни. Лично моя стратегия будет именно такой. Давайте округлим и умножим 50 тысяч токенов, которые вы получите за 3 месяца, на 60%, разделим на 12 месяцев и умножим на 3 месяца, после которых вам будут начислены проценты, и получим 7500 токенов, готовых к продаже. Учитывая огромный спрос на все сервисы платформы DexNet, и тот факт, что в основном оплата этих сервисов происходит в DEX токенах для получения 20% скидки, то все желающие, у кого нет DEX ноды, будут получать эти токены на криптобиржах. И вот что произойдет. Желающих продавать токены по начальной, пока еще низкой цене будет очень мало. И к тому же, многие отправили свои токены в стейкинг. Эти факторы создадут на всех криптобиржах устойчивый дефицит свободных DexNet токенов. Спрос намного превысит предложение, и стоимость DEX токена вполне ожидаемо перешагнет уровень 10 долларов уже к лету 2024 года. Теперь уже намного приятнее ваши 7500 токенов после стейкинга продавать по 10 долларов, и в итоге вы получите 75 тысяч долларов на разные хотелки. Через каждые 3 месяца вы будете получать свои выплаты по стейкингу. То есть за год вы получите 4 раза по 7500 токенов. В сумме это 30 тысяч токенов, которые вы сможете продать на разных биржах по 10 долларов за токен и получить на свои карты 300 тысяч долларов. Можно сразу в рублях. Если разделить эту сумму на 12 месяцев, то получим 25 тысяч долларов ежемесячного пассивного дохода от одной ноды. И это только начало вашей реальной и ошеломительной истории в DexNet. Почему только начало? Потому что 50 тысяч токенов так и остались у вас нетронутыми и продолжают расти в цене. Мы даже не берем в расчет те токены, которые вы будете продолжать получать каждый месяц от работы ноды согласно таблице. К четвертому кварталу 2024 года стоимость токена пойдет на взлет, перешагнув уровень в 20 долларов. Какие ваши доказательства?
Да тут и доказывать не надо. Согласно дорожной карте, к этому сроку выйдет в свет свой собственный блокчейн Dexnet, на базе которого будут создаваться тысячи новых проектов и метавселенных, впервые обретая неприкосновенность и приватность. А наш токен становится полноценной монетой блокчейна Dexnet. Правительство Арабских Эмиратов уже стоит в планах использовать монету Dexnet для оплаты метро и наземного транспорта в своей стране. Такую монету с мощным потенциалом и перспективой сразу заметят крупные игроки, так называемые киты крипторынка, и возьмут в свой инвестиционный портфель. На биржах снова появится дефицит свободных монет Dexnet, так как их добыча сокращается, а спрос растет. Поэтому даже по скромным расчетам в 2025 году мы увидим монету Dexnet в первой десятке криптовалют CoinMarketCap по цене от $100 и выше. Но не будем забегать так далеко. Нам достаточно цены токена всего в $20, которую умножим на 50 тысяч токенов, лежащих на вашем кошельке, и получим тот самый $1 миллион на вашем распоряжении. Но опять-таки, я не рекомендую вам все продавать. Привет, я Дексия. Я хоть и блондинка, но мой совершенный искусственный интеллект в 1000 раз умнее любого криптоаналитика. Я соглашусь с Александром, что токены Dexnet, которые вам генерирует Dexnode, будут служить вам долгосрочным источником постоянно растущего пассивного дохода. И продавать их в самом начале будет нерационально. Вы даже не заметите, как пролетят 2 года, полные драйва и удовольствия от появления новых Dexnet-сервисов, приложений и, конечно же, от легкой эйфории приближающейся финансовой независимости. Развитие технологии Dexnet невозможно затормозить, ограничить и запретить. Она как горная лавина, стремительно набирает скорость и силу. Поэтому я определенно могу увидеть сценарий вашего Dexnet-бизнеса. Через 2 года Dexnet-монета будет стоить около $50, сохраняя свои 50 тысяч монет в 3-годичном стейкинге, вы продолжите получать через каждые 3 месяца по 7500 монет, которые будете продавать на бирже уже по $50 за монету. А это уже $375 тысяч ежеквартального дохода. В сумме за 1 год это $1.5 миллиона дохода только лишь от процентов по стейкингу. И так из года в год будет все интересней и богаче становиться ваша жизнь. Это не трейдинг, не золото и не акции. Это лучшая модель прогнозируемого успеха, которую я видела за последние 20 лет. И для того, чтобы на холсте вашей жизни нарисовалась такая яркая картина вашего ближайшего будущего и все ваши мечты обрели реальные сроки исполнения, необходимо сейчас успеть сделать первые штрихи, а именно приобрести как минимум 1 Dexnode. Компания DexFreedom, которая является эксклюзивным дистрибьютором Dexnet, предлагает нам несколько вариантов покупки. Стоимость 1 Dexnode составляет 1500 USDT, это те же $1500. Да, друзья, я нигде не видел такого бизнеса, где можно дойти до $1 миллиона прибыли за 2 года, вложив всего один раз $1500. Оставаясь при этом свободным и занимаясь любым хобби, либо отдыхая. Но если у вас есть сейчас всего треть от нужной суммы, то можно выбрать тариф 500. Это позволит вам забронировать за собой фиксированную стоимость ноды $1500 и доплатить оставшуюся $1000 в течение года. Кстати, тариф 500 уже открывает вам возможность рекомендовать друзьям и знакомым приобретение Dexnode и получать от компании несколько видов вознаграждений на ваш внутренний кошелек. И тогда уже совсем скоро сможете сделать апгрейд, доплатив из этого кошелька заработанные 1000 USDT и купить Dexnode. Так что, друзья, если вы еще тут, то я вас поздравляю с получением очень дорогой и редкой инсайдерской информации, которая крайне редко появляется в нашей жизни. И сейчас надо все сделать правильно и быстро. Всю дополнительную информацию от компании Dexnet и DexFreedom вы найдете на сайте dexnet.pro. Тут есть все необходимое. White paper, roadmap, расчеты токеномики, подробный маркетинг DexFreedom, видеоответы на самые каверзные вопросы от создателя Dexnet Алексея Кидо,
В общем, на этом сайте вся необходимая доказательная база, так сказать, пруфы, чтобы долго не думать и не чесать затылок, упуская драгоценное время. И тут же на этом сайте вы сможете получить кнопку регистрации и приобрести DexNode в течение 5 минут, оплатив 1500 USDT. Все нужные ссылки на сайт, информационный чат-бот и группу в Telegram найдете в описании к этому видео. Уделите свое драгоценное время на изучение всех подробностей. Если надо, звоните мне напрямую. Я всегда готов вам помочь во всем разобраться, чтобы увидеть вас в команде криптомиллионеров. Начните прямо сейчас.